привет! Мы сегодня находимся в Краснодаре. Приехали по делам, как всегда. Заезжаем в магазины. Мама сейчас выбирает семена, он там ходит. И еще купили мы удобрения, все для будущего года. Кстати, напишите в комментариях, вот вы покупаете семена вот непосредственно перед посадкой, либо вы так же, как и мы, заранее закупаетесь. Сейчас вам покажу, что мы уже взяли. Смотрим сейчас семена у Леруа Мерлен, очень много всего на будущий год. И вдруг у меня зрение падает вниз на коробке. И оказывается, это вот дешевые семена, которые можно по 2 рубля купить. Представляете, тоже там 2-3 грамма. Просто они не такие яркие, да, обычная такая бумажная упаковка. Сейчас фокус. А почему бы нет, да, вот. Горох, редис. А так вот продается, и мы даже это не замечаем. Ну, я подумала, ну, коробки стоят. Оказывается, здесь семена можно дешевле купить. Итак, в нашей тележке много-много всяких суперфосфатов, азофосок и прочего. И семена. Вновь на Новый год разные сорта редиски. Честно, я вот записывала, да, какие мы покупали, но уже не помню. Но вот выбрала те, у которых хорошая схожесть. Вот мультипульти хорошо у нас зашли. Вот такой еще решила взять. Дуро краснодарское. Рубин. Потом жара редис. Такие знаменитые названия. Краса Алтая вроде бы тоже брали. Ну и вот этот такой по 2 рубля. Тут же еще перцы мама выбрала, потом свекла и, как всегда, на будущий год горох. Не нашли сладкого детского, взяли другие на пробу. Вот такие вот. Еще вам немножко покажу цены на семена. Это у нас огурчики. На самом деле очень много всяких сортов, производителей, и, знаете, как-то сложно выбирать. Мама стоит тут, думает, что же выбрать. Ну, слушай, сказали, здесь надо купить. Ну, конечно, почему нет? Мы надо. Мы специально сюда приехали, а по пути все. Ну и плюс то, что уже все сразу будет. Чего 10 раз-то ездить? Уже зато в следующем году можно будет не думать, не заморачиваться так, а где нам купить семена, тратить на это время, сразу же сажать. Парадокс в том, что мы хотим определенные сорта помидоров, да, а их нету, потому что они у нас хорошо растут. Вот действительно, разнообразие очень большое, а вот то, что надо, почему-то нет. Странно. Ну, просто сейчас уже не сезон, наверное. Они будут завозить, наверное, скорее всего, в сезон. Ну, они же не по одному году, ну, да, хранятся. Они до 25-го года, я посмотрела. Так, ну, перевесочку взяла. Да. Надо там такое, чтобы. Здесь в Леруа Мерлен увидели, что можно сдать батарейки, лампы. И у нас как раз с собой батарейки. Вот, буду сейчас выкидывать их сюда, сдавать, вернее. Вот так вот. Супер. Город кипит, город живет. И зелени в Краснодаре гораздо больше.
коробкой хорошо. Едешь, отдыхаешь. Сейчас бы такой дын-дын-дын сцепление.